Приморские гонщики вновь поборются за звание «Властелина кольца». Традиционные соревнования по картингу, которые проходят каждый сезон, перешли на летнюю сессию. В течение нескольких недель на Приморском кольце будут сражаться самые разноплановые участники. Каждый гоночный день будет проходить одинаково, а именно в три заезда – квалификация, полуфинал и финал. Участников делят не по возрасту, а по весу, так как масса пилота играет в картинге не последнюю роль. Ради справедливости гоняют все на абсолютно одинаковых картах французских «Соди», которые считаются лучшими прокатными картами в мире. Попробовать себя в роли миниатюрного гонщика может любой желающий старше 16 лет. Все, что нужно сделать, это пройти обязательную предквалификацию. Финал летней спартакиады учащихся по гребле на байдарках и каноэ состоялся в Краснодаре. Всероссийские соревнования школьников собрали более 300 участников, среди которых были и приморские спортсмены. Соревнования проходили в сложных погодных условиях. Все дни температура воздуха была более 30 градусов по Цельсию. Несмотря на жару и серьезную конкуренцию, юные приморские гребцы пробились в финальные заезды. Лучшими в нашей команде стали Егор Борщ и Данил Филонов, которые заняли 4-е место в байдарке двойки на дистанции 1000 метров и 6-е место в 200-метровом спринте. Также 7-й результат по всей России в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров показал Дмитрий Киселев. Оранжевый мяч прибывает во Владивосток. Самые массовые всероссийские соревнования по стритболу вновь заглянут в приморскую столицу. Уже на этих выходных центр уличного баскетбола «Спартак» примет региональный этап чемпионата. Первые игры начнутся 12 августа в 10:00. Интересно, что подобные отборы пройдут одновременно в 80 городах страны. Состязания включают в себя 6 возрастных категорий, плюс отдельные встречи для спортсменов-инвалидов. Принять участие в стритбольной битве может любой желающий совершенно бесплатно. Все, что нужно, это заявить свою команду из 3 человек и 1 запасного. Стоит отметить, что соревнования «Оранжевый мяч» отличаются своей непредсказуемостью. Это доказывает тот факт, что лидеры владивостокского стритбола, такие как ВМТП, Liberty и другие, порой вылетают из турнира еще на групповом этапе. Максим Яковлев, новости спорта на 8.